говорит: оправдать Таратова Дмитрия Борисовича по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотрено статьей 293 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК Российской Федерации в связи с отсутствием деяния состава данного преступления. Спасибо всем тем людям, которые поддерживали меня, которые верили в мою честность, тем людям, которые молились за меня, тем людям, которые переживали за меня. Прежде всего, я хотел бы сегодня выразить огромное спасибо всем сотрудникам общественной, общероссийской организации «Офицеры России» за моральную и юридическую поддержку. I think the overall intention and the overall stance of the Russian government in Sergei Magnitsky's death from the very beginning was not to admit any interested parties among the Russian officialdom in Sergei Magnitsky's maltreatment and eventual death.